Аутфит рабочий. Сейчас покажу вам косыночку мою красивую, которую недавно купила в Заре. Смотрите, какая красота. Это, конечно, не шелк, а как она, синтетика это называется, полиэстер. Но только из-за рисунка я его взяла. Очень симпатичный. Такой нашейный платочек. Привет всем! Чао-чао, тутти! Что хочу сказать, погода у нас оставляет желать лучшего. Так же, наверное, как и везде. 1 мая было тепло, все загорали, купались. Сегодня 16 градусов, но 16 градусов это достаточно, ну, так прохладно. Конечно, не как в России, но не лето, не лето. К нам пришла весна. Привет всем еще раз. Ну, что хочу сказать. Прошло 3 месяца, как я уже не крашусь, и чем очень довольна. Ну, во-первых, сразу после первого месяца заметно перестали лезть волосы. Сейчас уже прошло 3 месяца. Я просто счастлива от того, что они у меня вообще перестали лезть. И интересно, что первый месяц, когда я не красилась, начала расти такой мелкий ежик пошел расти. То есть волосы начали как бы увеличиваться в росте, то есть в густоте, скажем. Терпением посмотреть на себя, какая же я на самом деле цвета. Не подумайте, что я кого-то агитирую опять не красить волосы, ходить всем седыми. Вовсе нет. Это видео в поддержку тем, кому именно надоело краситься. И, как говорится, у каждого свой личный выбор. Я знаю, например, что Катюша из Сибири перестала краситься, решила тоже свой натуральный волос носить. Катюша, привет тебе. Ну, может быть, сам по себе седой волос может показаться скучным. Конечно, он нуждается в уходе так же, как и любой другой волос, как и крашеный, который нужно каждый месяц подкрашивать. А некоторым того больше мне нужно было подкрашивать каждые 10 дней, потому что волос растет, видно сразу эту белую полосу, некрасиво, и мне это не нравится лично, я не могу ходить целый месяц с белой полосой волос. Все эти, которые маски мы делаем для волос, для укрепления волос, а на самом деле просто нужно перестать краситься, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, и волосы перестанут лезть. Потому как мы их красим, они у нас начинают лезть, потом мы их начинаем лечить, потом опять их красим, они у нас опять лезут, и это процесс бесконечный. И когда-то его нужно прервать. Седые волосы тоже требуют ухода. Сейчас на рынке очень много всего возможного, всевозможных продуктов для седых волос. Это и шампуни, и кондиционеры, и маски, и все что угодно. А чем они отличаются от обычных? Тем, что в них существует пигмент. И пигмент этот в основном такой фиолетовый, голубой. И многие просто пользуются шампунем антижало, то есть против желтизны. А в России, между прочим, есть очень хорошее средство, тоника, по-моему, называется. Там сейчас выпустили вообще всевозможные цвета. И достаточно только в тазик несколько, ну, две ложки, либо, может быть, ложку. Ну, это в зависимости от количества волос и от того, какой цвет вы хотите иметь, добавить этого тоника. И просто сполоснуть волос. Все. Вся проблема с покраской закончилась. Потому что я сейчас начала мыть голову вот этим шампунем фиолетовым. И волос мой серый, он приобрел какой-то такой интересный цвет. Тоже такой приобретает цвет интересный. И мне нравится. Очень даже неплохо. А вы скажете, что вот мой розовый красивый волос, он тебе идет, мне уже писали.
я согласна, наверное, под лицо все к лицу. Но прежде чем иметь такой волос, его нужно обесцветить, это химия, раз, а потом наложить цвет, вот этот розовый, это два. А это всегда травма для волос. На этом, наверное, закончу. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, чтобы быть в курсе моих седых волос. И кто уже подписался, спасибо всем большое. Вот и солнышко выглянуло. Солнечная погода наконец-то. И скоро наладится. Я думаю, что еще вот эта неделя, конец недели, и уже все. И уже будет лето на Сицилии. Чао! И вот так у нас то солнце зайдет, то выйдет. То зайдет, то выйдет.